Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем разговаривать про проект, который называется Orionyx. Сегодня мы поговорим про преимущества данного проекта. Одно из основных преимуществ Orionyx – это простота обмена. Можно немедленно торговать токенами ORX на популярных биржах. Второй аспект – это экономически эффективное решение. В отличие от других криптовалют, ORX – это система, которая не требует комиссионных и позволяет пользователям покупать, продавать без уплаты комиссий, взимаемой большинством трейдеров или платформ, предлагающих такую торговлю. Для компании крайне важно обеспечивать безопасность и постоянно обновляться. Хотя неудивительно, что люди из игровой индустрии руководят командой Orionyx. Это любители технологий блокчейн, программисты и финансовые консультанты. Что касается токена. Краудсейл проекта намечен на 1 августа 2019 года и будет продолжаться до 1 ноября, или пока не будет достигнут максимальный предел. Базовая ставка – это 1 эфир будет равняться 2941 токену. Начальное значение цены одного токена ORX будет составлять $0.10. Сумма транзакции токена – транзакция без максимального ограничения. Минимальная сумма – 0.10 эфира. Всего будет выпущено токенов 600 миллионов, нет никаких дополнительных токенов, создано не будет. Всего краудсейл по ставке будет выделено 70% токенов. Бонусная программа продлится до 6 транша взноса. Размер будет составлять максимальный 40%. Как можно купить данные токены? Их можно купить, отправив эфириум или биткоин на сайте компании. Токены ORX будут постепенно добавляться на большое количество платформ обмена криптовалют, где они будут доступны для торговли акциями. В настоящее время проект работает над тем, чтобы запустить данный токен на нескольких биржах. Все необходимые ссылки по данному проекту, ребят, я оставлю в описании. На этом у меня все, и до новых встреч!